Патруль, иди сюда. Патруль. ППС. Снялся? Ну почти. Почти. И желательно еще раз, конечно. Дубль два. Молодой человек, на выход. Молодой человек, на выход. На выход, молодой человек. Вот так. Молодой человек, на выход. Вы меня провоцируете, на выход, молодой человек. Я зашел в избирательный участок в качестве... Вам сказали. Вы нарушаете комиссию. Вы нарушаете закон. Вам сказали ответственность. Молодой человек. Имя ваше. Фамилия. Имя спрашиваю. Фамилия, представьтесь. Вы меня голос нарушаете. Не провоцируете. Вы меня драться лезете. Вы меня провоцируете. Выйдите. Я провоцирую на вас. Вы провоцируете меня. Вот это да. Это здорово. Имя ваше. Представьтесь, я выйду. Молодой человек, выйдите. Представьтесь, я выйду. Как зовут? Выйдите, молодой человек. Как зовут, скажите? Выйдите, я вам говорю. Представьтесь, я выйду. Выйдите, молодой человек. Ну что за беспредел такой? Это кандидат депутата Федеральной Думы. Какой молодой это человек? Кошмар, а? Федеральная Дума, неприкосновенное лицо. Вы что творите? Выйдите, сотрудники, Демократи завтра за вас ничего не скажут. Вы все будете от этого отвечать. Он Федеральной Думы депутат. Да не выйдет он никуда. Попробуйте его. Вы не можете, неприкосновенный лицом будет. Я не хотел звонить просто. Да. Такой поздний срок. Включать машину где? Но я ж тебя звал. Ну так единственное, включу. Да. Ну поехали, да. Куда ты толкаешь, ё-моё, блядь? Да похер.